техническое явление доносится из разных объектов, но глазу человека оно недоступно. Что-то переносящееся по воздуху. Это волны, состоящие из маленьких частиц чего-то. Волна, где могут присутствовать низкие, средние, высокие волны. Такой инструмент, который увеличивает звук, голос человека на высокую или низкую частоту. Прибор, через который передается звук в более громкой интонации. Прибор, который записывает звук для того, чтобы потом воспроизвести его на радио или на экранах. Такая звуковая вещь, которую можно говорить, или там могут какие-нибудь звуки быть. Но это там специальная сетка, и там лишние звуки не пропадут потом. Тот человек, который следит за правильным звучанием каждого инструмента в группе или оркестре. Он отслеживает игру музыкантов и указывает на их ошибки, если такие имеются. Тот человек, который следит за музыкой в группе и за ее исполнением. Чтобы все правильно, чтобы не было никаких затруднений там на исполнении, чтобы никто не ошибся там. Помогает подобрать правильную мелодию или редактирует то, что там ему не нравится. Я считаю, что это хороший человек. Он выполняет хорошие дела. Созвучие инструментов и голос человека. Это выражение эмоций через мелодии, песни, звуки. Набор звуков, которые издают разные предметы, вот, и человек их исполняет. Это звучание определенных звуков на разных октавах. Это звук, доносящийся из разных игральных инструментов или с колонок. Это звуки, которые связаны между собой и которые производят красивую мелодию. Это когда человек, например, слышит, кто... в песне фальшивит там или что-то делает неправильно, вот именно. Есть у людей с рождения. У некоторых есть, у некоторых нету. Так обычно говорят о каком-нибудь человеке, то, что он понимает толк в музыке и может, например, сыграть на чем-нибудь. Очень получится красиво. Он есть не у каждого человека. Но если он есть у кого-нибудь, то этот человек может легко справиться с музыкальными инструментами и может легко узнать музыку, какую-нибудь песню. Это когда человек или какой-то ритм подходит к другому ритму. Я делаю все прямо точь-в-точь. И получается петь или играть. Ты слышишь музыку, ты, например, попадаешь в ноты, все. Вот.